Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Вход на основную экспозицию Государственного исторического музея будет бесплатным. В честь 148-летия Государственного исторического музея вход на его основную экспозицию будет бесплатным. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Так, 9 февраля жители и гости столицы смогут посетить главное здание музея на Красной площади и филиал комплекса «Музей Отечественной войны 1812 года, не приобретая билет». Для посетителей подготовлена праздничная программа, которая включает экскурсии, мастер-классы, викторины и концерты. На этом у меня пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!